И всем привет, друзья, с вами Миша, и сегодня, ребята, в этом видеоролике я буду покупать себе новую машину, да, потому что на этом Крайслере, у которого двигатель V6, мне уже надоело на нем ездить, я на нем уже 4 года езжу, у него уже, ребятки, что-то форсунка с двигателем, что-то у него двигатель начинает барахлить понемножку, и вот, ребятки, сегодня я еду себе в автосалон покупать новую тачку, да, ребятки, я накопил себе ровно 5 миллионов, ой, не, подождите, я сейчас пересчитаю, раз, а, ребятки, здесь целых 8 миллионов, ого, блин, вот это я накопил, что ж, я сейчас сажусь в свой любимый Крайслер, и... Сейчас я еду в автосалон, ой, блин, немножечко поцарапал, но ничего, это уже, типа, не моя тачка будет. Так, ну, ребятки, погнали, я еду покупать себе новую тачку, надеюсь, я какую-то хорошую выберу, надеюсь. Блин, ребятки, я не мог мимо этого проехать, потому что здесь светится, берите машины по акции. Ну, давайте заедем сюда, может, что-то прикольное глянем. Так, а, вот этот чел, сейчас паркуемся здесь. Так, паркуемся вот здесь и идем. Так, со что этот чел хочет продать? А ну-ка, зайдем. Эй, здравствуйте, какую тачку продаете? Здравствуйте. Ну вот, посмотрите, вот такой вот машинка продается. Это посмотрите, какой это чел продавал Мерседес. И он его продавал за 4 ляма. Вот такой Мерседес CLS-63, ребятки. Он почти, он бэушный, конечно, но, ребятки, ему только 2 года, ребятки. Но я не знаю, убирайте этот Мерседес у него, либо нет. Он 4 ляма стоит, а так он стоит 8 миллионов. Ну ладно, я возьму по скидке, потому что это какой-то челик. Я в него возьму, короче, этот Мерседес. Так, беру. Так, я передал этому челу 4 ляма и забрал свой Мерседес. Все, давай удачи, приходи. А, да, давай, чел, похвал тебе тоже. И вот, ребятки, вы только посмотрите, какой я крутой Мерседес сделал. Посмотрите, он вроде бы не битый, не крашеный. Так, давайте в него сядем. Ой, ё-моё, так, ой, ё-моё, вот это он дрифтит. Так, нам нужно выехать нормально. О, ребятки, но и минус, потому что она заднеприводная. Эта машина, не знаю, машина все-таки, ребятки, этот Мерседес, она все-таки не новая машина. Так что ее может немножечко заносить, потому что она заднеприводная. Там что-то с передним приводом не работает. Ну, ребятки, V8 у нее движок, конечно, вообще мощный, просто капец. Вот посмотрите, как она, ой-ой-ой-ой, аккуратно. Так, ну, ребятки, уже как бы вечер, так что я сейчас поеду домой и на следующий день я уже поеду. Я припарковал свой Мерседес на стоянку и пошел отдыхать в дом. Так, что ж, я зашел в домик и так. Утро следующего дня. Так, я выхожу с подъезда покататься на своем новеньком Мерседесе. Так, вот, тпхаемся. Так, я седаю в тачку. Так, нажимаем на ключ зажигания, нажимаем на тормоз, заводим. Фу. Так, ребятки, а вам не кажется, что у него... Стоп, ребята, а что у него с мотором? Понял, мне перекуп да... продал конченый Мерседес или что? Вот, ребята, если вы мне не верите, послушайте, как у него двигатель работает. Правда прикольно, да? Ребята, капец, я у перекупа взял конченый Мерседес. У него движок конченый. Что мне теперь делать, ребята? Ребята, ну у меня в запасе, блин, осталось только 500 000, потому что я там заезжал еще кое-что стоял купить. Ну и толку, что он дрифтит, ребята, все. Мне продали конченый Мерседес. И что мне теперь с ним делать? У него движок просто стучит, все. У него масло никуда не гошнее, уже двигатель не работает. Короче, продолжение следует.